Калина Света, стихотворение Корнея Чуковского, телефон. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? До пудов это 5 или 6. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил и со слезами просил: мой милый, хороший, пришли мне галоши, и мне и жене это тоже. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных галош? Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. Ждем не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину сладких новых галош. А потом позвонили зайчатки. Нельзя ли прислать перчатки? А потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. А потом позвонил медведь. И как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите, объясните, чего вы хотите. Ну, он только ну да ну, а к чему-то чему не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонили цапли, пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками ночью оделись, и у нас животы разболелись. А потом позвонил свинья. Нельзя ли прислать соловья? Мы сегодня вдвоем с соловьем чудесную песню споем. Нет, соловей не поет для свиньи. Позови-ка ты лучше ворону. И снова медведь. О, спасите моржа, он 4 проглотил морского ежа. И такая дребедень целый день, динь-динь-динь-динь-динь. То тюлень позвонит, то олень.